Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему Новосибирск заволокло дымом, какие профессии наименее востребованы и надолго ли берчане останутся без воды. Жители Новосибирска жалуются на загрязненность воздуха. Если в минувшие выходные над городом стоял смог, причину которого специалисты объяснили как следствие лесных пожаров в Красноярске, то накануне к нему добавился неприятный запах. Пользователи соцсетей отмечают, что запах идет с одного из свинокомплексов. По данным проекта в сети ЭР, к утру понедельника загрязнение воздуха в Новосибирске оценивается на 8 из 10 баллов. Меж тем, по сообщениям регионального главка МЧС, в настоящий момент на территории Красноярского края действует 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тысяч гектаров. Задымление коснулось соседних регионов – Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. Яблоки и клубника в России подешевеют. Госдума в первом чтении приняла закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию в 2 раза. Законопроект представил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Мы производим вместе с населением около 3,2 миллиона тонн, а 100 килограмм – наша задача через продовольственную корзину иметь на каждого человека. Это минимум 14,7 миллиона. То есть нам надо увеличивать и посадки, нам надо увеличивать урожаи плодово-ягодных культур, инфраструктурные системы создавать. Налог на добавленную стоимость в итоге снизили до 10% вместо 20%. Разработчики законопроекта считают, что эта мера позволит соблюсти баланс, при котором фрукты и ягоды будут продавать по цене как максимум вдвое выше себестоимости, не дороже. Например, яблоки сегодня производители отпускают по 45 рублей. Это значит, что на прилавках они должны появиться по 90 рублей за килограмм. Из-за аварии на теплотрассе в Октябрьском районе Новосибирска временно ограничат движение транспорта. Напротив дома по адресу Дзержинского 6 ведут ремонтные работы. Проезжую часть там сузили на 5 метров. Реставрация теплотрассы пройдет и на автогенной. Участок между Артиллерийской и Пролетарской полностью перекроют. Окончание работ запланировано на 5 августа. Автомобилистам стоит быть внимательны. Для объезда доступны соседние улицы. Названы наименее востребованные в России профессии. Оказывается, в стране невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Об этом сообщили во ВНИИ труда. В институте также рассказали, что на рынке отсутствует потребность в юридическом персонале, в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в сотрудниках галерей, музеев и библиотек. Не относятся к дефицитным профессиям продавцы и охранники, несмотря на их массовость. На один день весь северный микрорайон Бердска останется без холодной и горячей воды. С 9 утра до 5 часов дня воду отключат в 20 жилых домах и одном детском саду. Причина – ремонтной работы, которые проводит ТСЖ «Северный». Из-за сварочных работ на местном тепловом пункте управляющим компаниям придется закрыть запорную арматуру на отопление и водоснабжение. Жителям коммунальщики предлагают брать воду в соседнем частном секторе. Рабочие колонки находятся возле домов номер 13 на переулке Водобачном и улице Огнеупорной. «Все в сад» – мероприятие с таким названием стартует завтра в парке «Березовая роща». Фестиваль ландшафтного искусства и садоводства проходит в Новосибирске в 3-й раз. В этом году тема конкурса авторских садов «Угадай мелодию». В программе мероприятия большого количества мастер-классов, лекций и практических занятий от известных специалистов отрасли. А также развлекательная и танцевальная программа, выставка достижений зеленой индустрии, бесплатные консультации агрономов и ландшафтных дизайнеров, эффектное шоу от компании-производителя инструментов. Завершится фестиваль в воскресенье 28 июля. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram УТС _ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.
Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему Новосибирск попал в список самых дорогих городов, как депутаты добились снижения цен на плодово-ягодную продукцию, а также о необычных куклах сибирских художниц. Новосибирск вошел в число самых дорогих городов мира. Сибирская столица заняла 294-ю строчку. Всего в рейтинге 300 позиций, возглавляет его швейцарский Базель. Меж тем, из российских городов Новосибирск в десятке. Самым дорогим признали Москву, ниже расположился Санкт-Петербург. Затем Нижний Новгород. Яблоки и клубника в России подешевеют. Госдума в первом чтении приняла закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию в 2 раза. Законопроект представил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Мы производим вместе с населением около 3,2 миллиона тонн. А 100 килограмм наша задача через продовольственную корзину иметь на каждого человека. Это минимум 14,7 миллиона. То есть нам надо увеличивать и посадки, нам надо увеличивать урожаи плодово-ягодных культур, инфраструктурные системы создавать. Налог на добавленную стоимость в итоге снизили до 10% вместо 20%. Разработчики законопроекта считают, что эта мера позволит соблюсти баланс, при котором фрукты и ягоды будут продавать по цене как максимум вдвое выше себестоимости, не дороже. Например, яблоки сегодня производитель отпускает по 45 рублей. Это значит, что на прилавках они должны появляться по 90 рублей за килограмм. Большинство россиян считают, что удачно трудоустроиться им поможет образование. ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что такого мнения придерживается почти половина респондентов. Каждый пятый россиянин, по данным опроса, считает получение образования инструментом самосовершенствования. Эксперты также отмечают, что за последние годы в 2 раза выросло число тех, кто считает высшее образование необходимостью. При этом опрошенные уверены, что оно может повлиять на социальный статус. В то же время немало респондентов считают, значимость высшего образования завышена. Получить хорошую работу можно и без него. Родом из детства или когда хобби становится профессией. Две подруги из Новосибирска делают авторских кукол. Изображения этих фигурок быстро завоевали популярность среди пользователей социальных сетей. О том, почему куклы разные, важны, сюжет Екатерины Новгородцевой. Гомер – любимчик публики. Его фотографии набирают больше всего лайков в инстаграм-хозяйке, а все поклонники творчества Марины и Анны мечтают с ним сфотографироваться. Он даже побывал на выставке в Москве. Гомер – один из немногих, кого Марина сделала самостоятельно. Все остальные игрушки – совместная работа девушек. Сначала я люблю мордашки, люблю лапки там или крылышки. Все это Ане отдаю. То есть я ей говорю, что вот это сорока. Это крокодил, это кит, и Аня уже сама какие хочет туловища такие делать, какого цвета, какой формы, то есть у нас, мы друг друга не ограничиваем, то есть я люблю как хочу, Аня шьет как хочет, и они получаются вот такие, какие получаются. Создают маленьких друзей девушки уже 2 года. Профессионально лепкой и шитьем они не занимались. В один голос говорят, просто нравилось с детства. Каждая игрушка индивидуально, повторить их в точности невозможно. Идеи для новой куклы приходят спонтанно. Готовых лекал и выкроек нет. Каждый штрих – порыв души. Ее хотят все. Вот все хотят именно вот этого Бафомета. То есть у нас их было много. То есть, ну, как бы имя же у них Бафомет. А у нас все равно свой какой-то позывной, чтобы мы их как-то различали. Там и Анатолий, и Буси, и Григорий, и Елены, и всякие разные. Вот. Все, когда заказывают бафометы, все показывают вот эту. Вот. Мне такую, мне такую. Вот я вот эту никогда не отдам. Девушки всегда работали в творческих профессиях. Марина декоратором в музее смерти, а Анна делала креативные прически. Первая игрушка родилась случайно. Марина слепила мордашку, Анна сшила тельце. Затянула, коллекция стала расти. Я не могу так заранее сказать, сколько это занимает времени. То есть если это заказ, то почему-то по какому-то образцу, то я знаю, сколько займет времени. Если это что-то новое, то тут уже неожиданно. Сейчас девушки создают игрушки не только для себя, но и под заказ. Не все реагируют на их творчество позитивно, но есть и ценители. Некоторые работы увозят в другие страны. Новосибирские куклы живут даже в Чили и Китае. Но чаще заказывают земляки. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, новости ОТС.
Сегодня 85 лет исполнилось бы Галине Непомнящих, заслуженному деятелю науки России, крупнейшему ученому в области патоморфологии. Личность творческая, одаренная, она давала силы научному поиску. Внесла много принципиально новых методик в клинической патологии. Занималась проблемами морфогенеза хронических заболеваний легких, печени, кожи. Именно Галина Ивановна стояла у истоков комплексного изучения хронических вирусных гепатитов. Она автор 3 научных открытий, более 300 научных трудов, 13 монографий и 8 учебных и методических пособий, утвержденных Минздравом России. Под ее руководством и при ее консультации защищены 8 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Семья Непомнящих – медицинская династия, так супруг Галины Ивановны Лев Моисеевич был создателем НИИ региональной патологии и патоморфологии Сибирского отделения Академии медицинских наук. Сын Давид Львович в настоящее время главный гастроэнтеролог Новосибирской области, а внук Роман Давидович – врач-кардиолог. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram УТС _ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала УТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как пережить смог, советы от МЧС, почему в России подешевеют фрукты и ягоды, а также как волонтеры спасали цаплю. В МЧС призвали горожан соблюдать меры безопасности в период лесных пожаров вследствие задымления населенных пунктов. Спасатели рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице, пользоваться увлажненными защитными масками, плотно закрывать окна и двери и пить побольше воды. Кроме того, необходимо принимать поливитамины, придерживаться легкой фруктово-овощной диеты, отказаться от употребления алкоголя и воздержаться от курения. В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а также при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Яблоки и клубника в России подешевеют. Госдума в первом чтении приняла закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию в 2 раза. Законопроект представил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Мы производим вместе с населением около 3,2 миллиона тонн, а 100 килограмм наша задача через продовольственную корзину иметь на каждого человека. Это минимум 14,7 миллиона. То есть нам надо увеличивать и посадки, нам надо увеличивать урожаи плодово-ягодных культур, инфраструктурные системы создавать. Налог на добавленную стоимость в итоге снизили до 10% вместо 20%. Разработчики законопроекта считают, что эта мера позволит соблюсти баланс, при котором фрукты и ягоды будут продавать по цене как максимум вдвое выше себестоимости, не дороже. Например, яблоки сегодня производители отпускают по 45 рублей. Это значит, что на прилавках они должны появляться по 90 рублей за килограмм. В России появился новый вид туризма. Речь идет о так называемых путешествиях, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет российская газета. Отмечается, что сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил. И в продолжении темы путешествий. Не больше 5 килограммов фруктов и 3 букетов цветов. В России ввели норму провоза в багаже данной продукции без фитосанитарных сертификатов. Не секрет, что россияне любят провозить с собой из теплых стран тропические фрукты, ананасы, финики, манго. И ограничение – это вопрос безопасности. Новые правила вступят в силу 19 августа и будут действовать на всех пунктах пропуска через госграницу. Касаются они непосредственно багажа и ручной клади пассажиров, всех видов транспорта, пароходов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей, а также членов экипажа судов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Распространяются нормы и на почтовые отправления.
Попытка поставить на крыло. Новосибирские волонтеры спасли молодую цаплю. Еле живую птицу нашли на берегу Обского моря. Ни летать, ни есть, ни передвигаться самостоятельно она не могла. Цапля перенесла две операции. Уже несколько недель ее выхаживают в Центре реабилитации диких животных. Подробности в сюжете Екатерины Ставко. Иди сюда. Цапля показывает характер. В руки дается крайне редко, а чужакам не рада вовсе. За съемочной группой следит из своего укрытия вольера. В Центре реабилитации диких животных птица заметно окрепла и прибавила в весе. Каждый день съедает по 15 мышей. А вот две недели назад картина была совершенно иной. Она была ушиблена. Это, можно сказать, привезли ушиб всей цапли. На ней не было живого места, у нее были гематомы по всему телу. Возможно, кто-то сбил на дороге, вот, потому что птица молодая, птица сиголеток, то есть она вышла из гнезда в этом году, поэтому могла вылететь на дорогу и попасть под машину. Сбитую цаплю нашли на берегу Обского моря, принесли к волонтерам, те к медикам. Левое крыло сломано, буквально болтается на связках. Первая мысль – ампутация, но тогда цапля никогда не сможет летать. А значит, на волю путь закрыт. Новосибирские ветеринары попытались вручную собрать крыло. Мы можем с вами посмотреть результат нашего лечения, где мы сопоставили сам перелом непосредственно и вправили вывих. И вы можете обратить внимание, но на те искусственные отверстия, которые мы создали, где были проведены искусственные связки. Но у цапли оказалась очень непростая судьба. Несмотря на то, что операция прошла успешно, ампутации избежать не удалось. Несмотря на то, что мы провели связки достаточно адекватно, нигде не вызвали ишемию, тем не менее сосуды, которые там оставались, они, возможно, в них образовался тромб, прекратилось кровоснабжение. То есть все, что было ниже вмешательства, к сожалению, произошел некроз. Да, поставить цаплю на крыло не получилось, но то, что птице удалось сохранить жизнь, волонтеры называют маленьким чудом. У координатора Яны сейчас живут еще несколько животных, которых она выхаживает. Сокол с аномальным развитием конечностей, малыш-заяц, который прибыл за помощью из Екатеринбурга, две рептилии-отказники. Но это только малая часть подопечных центра реабилитации. В общей сложности сейчас их около 30. Для цапли нашли новый дом. Сейчас цапля готовится к переезду. На этой неделе ее отправят в Барнаульский центр реабилитации диких животных. Там условия приближены к естественным. Есть даже специальный водоем для таких птиц. По словам волонтеров, если все сложится удачно, цапля сможет образовать пару и даже обзавестись потомством. Екатерина Стывко, Тарас Тарасов, новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram UTS_TV. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, зачем министры и журналисты отправились в Искитимский район, насколько подорожает красная икра и чем новосибирцы болеют чаще всего. Правительственная комиссия сегодня работает в Искитимском районе области. Чиновникам и журналистам расскажут о ходе заготовки кормов и применению цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Отмечу, богатая на осадки первая декада июля не позволила аграриям нарастить темп работы. Тем не менее, заготовку сенажа и сена в хозяйствах не отменили. План нужно выполнять. Всего сельхозпроизводителям региона необходимо заготовить 410,5 тысяч тонн сена и больше миллиона тонн сенажа. Кормовая база должна быть сформирована в оптимальные сроки и сохранением в травах максимального количества элементов питания и обмена энергии. О том, как идет заготовка в Искитиме, мои коллеги расскажут в следующих выпусках новостей. Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры. Стоимость продукта вырастет на треть. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, в настоящее время цены на икру уже увеличились по сравнению с прошлым годом. Стоимость могла бы снизиться, если увеличить объемы улова рыбы, однако, согласно прогнозам, этого не произойдет.
Тем временем российский Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем, сообщает федеральные СМИ. Согласно инициативе, пиво в будущем могут убрать из разряда спиртных напитков. Мера необходима, чтобы вывести товар с содержанием хмеля из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя. Минпромторг намерен в ближайшее время направить проект ряду ведомств для согласования. Яблоки и клубника в России подешевеют. Госдума в первом чтении приняла закон о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию в два раза. Законопроект представил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Мы производим вместе с населением около 3,2 миллиона тонн, а 100 килограмм наша задача через продовольственную корзину иметь на каждого человека. Это минимум 14,7 миллиона. То есть нам надо увеличивать и посадки, нам надо увеличивать урожаи плодово-ягодных культур, инфраструктурные системы создавать. Налог на добавленную стоимость в итоге снизили до 10% вместо 20%. Разработчики законопроекта считают, что эта мера позволит соблюсти баланс, при котором фрукты и ягоды будут продавать по цене как максимум вдвое выше себестоимости, не дороже. Например, яблоки сегодня производители отпускают по 45 рублей. Это значит, что на прилавках они должны появляться по 90 рублей за килограмм. В России появится ипотека для частных домов. По поручению правительства сейчас готовят специальную программу. Она будет предусматривать определенные правила для объекта индивидуального строительства. Напомню, в настоящее время жители нашей страны берут потребительские кредиты на возведение домов. При этом такой займ обходится значительно дороже. Жители мегаполиса чаще всего страдают болезнями органов дыхания. Такие данные обнародовал Новосибирскстат. В материалах аналитиков говорится, в прошлом году такой диагноз поставили 1 миллиону 146 тысячам человек. Второе место за травмами, отравлениями и другими внешними причинами. Третье – болезни органов пищеварения, более 83,5 тысяч случаев. Также часто встречаются инфекционные заболевания, болезни кожи, глаз и системы кровообращения. Сейчас новость для активных пользователей социальных сетей. Инстаграм тестирует новую версию популярного приложения, в которой не будет видно количество лайков. Разработчики заявляют, что обновление заставит людей сфокусироваться на качестве контента, а не на том, сколько лайков получает автор конкретного поста. Их количество будет видно только владельцу аккаунта. Остальным придется только догадываться о популярности фотографии. В первую очередь такое нововведение нанесет удар по рекламодателям, считают эксперты. Им станет труднее отслеживать востребованность своих продуктов. Впрочем, в некоторых странах эксперимент проходит удачно. Версию тестируют в Австралии, Италии, Ирландии, Японии. Там изменения пока не встретили ярого сопротивления со стороны пользователей. Как отреагируют российские поклонники Инстаграм на жизнь в сети без лайков, покажет время. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Инстаграм УТС _ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.